Жуткая трагедия разыгралась сегодня в Москве. ЧП произошло 21 декабря на Реутовской улице. Как сообщил источник из правоохранительных органов, водитель за рулем каршеринга насмерть задавил пенсионерку. Кадры аварии опубликовала столичная прокуратура на своем телеграм-канале. На записи видно, как во дворе водитель автомобиля, двигаясь задним ходом и, по-видимому, не замечая пожилую женщину, наезжает на нее. По данным прокуратуры, 78-летняя пенсионерка скончалась на месте. За рулем каршеринга был 25-летний водитель. В данное время инцидент находится на контроле прокуратуры Восточного административного округа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По первичным данным, молодой человек был трезв. Причиной, по его словам, стало то, что у него было мало опыта управления автомобилем, и то, что он включил слишком громко музыку. Музыка сильно повлияла на его внимание.